Озвучка манги «Мир, управляемый котами». Первый том, вторая глава. Хозяин, приятного просмотра. А, до меня наконец дошло. Я вижу сон. Папочка, разбуди меня. Дурочка, у тебя должно быть нет хозяина. Какого хозяина? У тебя есть работа? Не. Дом? В другом мире. Другими словами, ты бездомный человек. Ну и что, если так? Тогда тебя точно прикончат. В смысле прикончат? Нас что, обоих собираются убить? Возможно. Ты что, не боишься смерти? Почему ты так спокойна, если нас собираются убить? Только не говори мне, что ты уже сдалась. Это тебе. Мы выживем, несмотря ни на что. Не сдавайся, подруга. Подруга. А? Звучит так, будто что-то взорвалось. Я не девушка, дурочка. Девчонка видела твое лицо? Это не важно, у нее все равно нет хозяина. Мне стоит позаботиться о ней. Это ни к чему. Пойдем, время на исходе. Возьми меня с собой. Погоди. Я не хочу остаться здесь одна. Я не хочу умирать. Выживи. Не плачь, Нора. Мама всегда будет с тобой. Папа любит тебя. Спасибо тебе, Нора. Милки? Милки? Милки, где же ты? А! Фух, должно быть, это был сон. Мир, которым правят кошки, забавно. Ты наконец-то проснулась. О, что за... Ты говорила во сне. Я все еще сплю. Снова этот странный парень. Зови меня хозяин.